Уважаемые ульяновцы, уважаемые гости нашего родного города, позвольте вас поздравить с самым замечательным, самым добрым праздником, с наступающим Новым годом. 2019 год был для города Ульяновска очень знаменательным. Мы со всей страной вступили в реализацию национальных проектов. Что такое национальные проекты? Это строительство новых дорог, это строительство новых школ, это строительство скверов, бульваров, это улучшение качества первичного звена медицины. И обо всем этом можно смело говорить, что благодаря вашему труду, благодаря вашему участию, мы сегодня за 2 года построили 3 новые школы, мы ввели 6 новых детских садов, мы построили скверы на Камышинской, Врача Михайлова, Промышленной и многих других. По подведению итогов в Приволжском федеральном округе, благодаря вот этим вот проектам, город Ульяновск занял почетное 5-е место. Конечно, слаженная работа правительства Ульяновской области во главе с Сергеем Ивановичем Морозовым, она дает очень позитивный результат. Мы с вами приняли городской бюджет, который составляет 5 с лишним миллиардов рублей только собственных доходов, и 6,5 миллиардов рублей нам идут дотации из областного бюджета. Я хочу искренне поблагодарить губернатора Сергея Ивановича Морозова за любовь и уважение к жителям города Ульяновск, членов правительства Ульяновской области. И впереди у нас, конечно, амбициозная задача. Мы руководствуемся, конечно, вашими предложениями. Хочется сказать огромное спасибо жителям. Вы очень неравнодушны. Вы обращаетесь к нам и в сети интернет с письмами, предложениями. Мы все это учитываем в нашей дальнейшей работе. Я уверен, что вместе мы добьемся самых амбициозных целей. Наша сила в единстве. 20-й год – год особый. Год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. И мы прекрасно понимаем, что наши отцы и деды выиграли войну, потому что они были едины. И я уверен, что жители города Ульяновска будут едины в реализации тех целей, которые стоят перед нами. И, конечно, 20-й год объявлен губернатором Сергеем Ивановичем Морозом на территории Ульяновской области годом молодых. И мы видим сегодня молодежь, активно участвует в реализации проектов. Еще раз с наступающим Новым годом. Добра, здоровья, удачи вам, вашим близким, каждому из вас, каждому приезжему гостю, тот, который сегодня находится на территории города Ульяновска. С наступающим 2020 годом!